Муж звонил с поездки. Поэтому у нас предыдущее видео прервалось. В общем, как я уже сказала, Дамир сейчас на английском. Я разбираю хозяйственные потуги, потому что их на самом деле столько же, сколько и было обычно. Но дело в том, что они просто делаются не с той скоростью, как раньше. То есть, если раньше все было по схеме у меня, да, вещи на сушилке высохли, я их хватаю, отношу на гладилку, глажу, пока вещи глажу, у меня стирается новая партия, которая отправится на сушилку, да. Все было слажено, был какой-то механизм. Вот, там, каждый вечер я перемывала, там, вся посуда у меня перемывалась, столы, подоконник на кухне, печка, то есть я вот это вот все, весь этот, так сказать, островок, так называемый, вымывала, вытирала, меняла полотенечко на кухне. А сейчас нет вот этой схемы, нет вот этой системы. Почему ее нет? Потому что ремонт, блин, и добавилась куча элементов, которых раньше в моей системе не было. То есть я привыкла каждый день пылесосить. То есть у меня масса дел, которые я привыкла делать каждый день. Я каждый день пылесошу, каждый день перемываю вот так всю кухню, да. Есть вещи, которые чуть реже делаю, там, реже я мою, там, плитку всю на кухне, да, то есть по периметру, по всему я мою плитку. Опять же, я не каждый день мою окна, я не каждый день стираю шторы и так далее, но есть вещи, которые я делаю каждый день, я к этому привыкла. У меня ежедневная стирка глажкой и так далее и тому подобное. И из-за того, что сейчас у нас происходит ремонт, у меня завалы просто огромные здесь с глажкой, огромная куча лежит, и с посудой, и со стиркой, и я все не успеваю, и срач дома из-за ремонта, и меня это так... Это меня так расстраивает, честно говоря, вот. Ну, ничего ты с этим не поделаешь. В общем, жду Дамира с английского. Потом мы зайдем, закинем его вещи домой, потому что очень много вещей у него, вот. И потом мы с ним отправимся по магазинам. Нужно сделать покупки. Потом будем делать домашки. Как я уже сказала, муж уехал, но он себя неважно чувствует сейчас. Вот. Я уже говорила, он болел, лежал в больнице, и попросил ему кое-что особенное приготовить, покушать, вот, чтобы, ну, его порадовать, вот, и у ребенка сегодня. Особливо побажання, вот, касаемо ужина сегодняшнего, вот, вот так вот. Все, целую, люблю, бувайте, до новых зустрічей, до новых видео, па-па! Берегите себя и своих близких, балуйте их, радуйте их подарками, вкусной едой, теплым, хорошим отношением и приятным времяпровождением вместе. До новых встреч!